Где забор, там и дерево рядом с ним. Согласен. Но мусорный бак — это для нашей бедной машины уже слишком. Ага, послушайте, милейший, у меня за углом машина, имевшая несчастье побывать в этих нежных руках.
Теперь ей требуются грубые руки. Вот такие, как у вас. И побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь. Нет, нет, вы не туда смотрите. Это моя жена, а не автомобиль. Эй, я же сказал, машина за углом. Извините, я не чиню автомобиль. Почему? Не умею. А что же, с позволения спросить, вы делаете под вывеской «автомастерская»? Сижу. Ах, вот как. Полюбуйся, дорогая. Он тут сидит. Да, сижу. Пишу стихи. И роман. И роман. Прелестно. Жена ломает машину. В автомастерских завелись писатели. Куда мы катимся? Ладно. Будем надеяться, завтра придет читатель с гаечным ключом. А сегодня, дорогая, мы по твоей милости поедем в метро со всяким сбродом. Не вижу ничего ужасного в метро. И я. А вы, молодой человек, пишите свои стишки. И роман. Роман тоже пишите. Бумага все стерпит. Кстати, вот. Мой адрес на карточке. Пойдем, дорогая. Метро. Да. Метро. Вагоны мчатся вдаль. Туннель заглатывает их. Во мне надежда и печаль. Я в предвкушении. Я тих. Почти отчаяние. Вдруг она изящна и легка. Стучат колеса. Тук, тук, тук. А мы стоим в руке рука. Слышно с места вагонный шум, и скроется.
Карданный вал. Что это там за машина висит на заборе? Как она прекрасна. Вот это? Фара битая, крыло в смятку. Чья она вообще? А, вот. Отто Кунц, коммерсант. Ладно, к вечеру сделаю. Только Кунцу этому сам ее отгонишь. Хорошо? Хорошо, очень хорошо. Спасибо, Рузи. А напомни мне, как она? Но кто она, не знаю я. О, встреча наша впереди. Я жду в Андрее соловья. И что-то шевелится в груди. Эх, умеют же люди, умеют. Начальник, что-нибудь.
смешная, да? По-моему, она просто несчастная. Ой, да брось! Вон у нас несчастный! Вообще непонятно кто! Зато... Зато очень любят петь грустные песни о своей далекой родине. Эй! Не трогай их! Смотри, какие маленькие. Да подожди, это весело! Эй, Мэри, рань! А? Это Густав. Он писатель. Вот такие, да, читать не умею. Зато дрессированный. Смотри. Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой, Мэри, нам уныло и протяжно, чтоб мы потом к веселью обратились. Thank you.
Здравствуйте. Вот я принес. Спасибо. Рада вас видеть. А, писатель. Дорогая, помнишь этот писатель, который не умеет чинить автомобили? Писатель, это дорогая, которая не умеет их водить. Писатель в комбинезончике? Как оригинально. Вы знаете, я читала все ваши книги. А как вас зовут? Густав. Густав? Просто Густав. Просто Густав. Как оригинально. Вот настоящий писатель. Пупсик! Мы должны купить все книги просто Густава немедленно. Да, дорогая? Погодите, Мадлен. А правда, какие у вас книжки, писатель? Что, правда никаких? А я говорил тебе, Элиза, он пустышка. Отто, перестань. Пойдемте? Что, разве я не прав? Как хорошо книжки писать, способ простой писателем стать. Все как один ходят кругом и говорят тут только о нем. Ах, какой талант! Ух, какой мудрец! Ну что же сотворит гений наконец? Розовые нюни и идиотский смех, свежие идеи быть умнее всех. Глупые мечты, пошлый обман, томное нытье и вот готов роман. Читавший этот вздор радостно езжает в мир и подвернувшийся забор. Наш хозяин с ним очень лишь суров, голод еще пустов для подобных слов. Но вообще-то он, честно говоря, стать решил писателем, конечно, зря. Только в его романах никого не будет, нет. Ну просто потому, что у него романов этих нет. На его благоразумие никакой надежды нет. Просто потому, что у него романов этих нет. Ну что, господин писатель, поняли теперь, кто вы такой? А, собственно, кто вы такой? Ремеслом не владеете, романов и тех у вас нет. Что же у вас есть? У меня есть мое честное имя. Честное имя? Ладно, сойдет. Покупаю. Что покупаете? Ваше замечательное честное имя, разумеется. И за неплохие деньги. Но зачем? Затем, что я, Отто Кунц, в отличие от вас, могу все. Могу роман написать. И издать его тоже могу. А чтобы не марать свое честное имя бульварным писательством, я подпишу роман вашим честным именем. Это глупо, Отто Кунц. Что? Да как вы смеете так разговаривать с самим? Спокойно, друзья, спокойно. Густав, дружище, не лезь в бутылку. Сейчас мы тебе все объясним. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok.
ваш муж и эти гости. Продать имя. Он серьезно? Ну что вы, это мой муж так шутит. У него потрясающее чувство юмора, не правда ли? Он и со мной время от времени так шутит. С вами? Но как же, вы ведь такая... Такая... Какая? Ну, вы его жена? Жена. Жена! Восхитительная, бесподобная, милая, самая-самая лучшая. Вот, послушайте, я написал вам. Я шел по пустыне, я был как верблюд, и жажда сушила мне рот. Но вы, как оазис, где путники пьют, где струи прохладные вод. Смотрю на лицо, на глаза и на лоб, на руки и ноги смотрю. Мне хочется, искренне хочется, чтоб сбылось. Вам не нравится? Нравится. Конечно, нравится. Читайте еще. Метро. Вагоны мчатся вдаль. Туннель закладывает. Моментик! Бросьте, Макс. Этот ваш Густав – наивный болван. Ничего у него не назреет. Так и будет стишки читать. Вот, вот! Ну это же скучно, господа. Я хочу, чтобы просто Густав и наша Элиса сделали рога нашего Отто. Это будет так мило, так весело. Давайте
скандалим. Во! Точно! Пусть Густав отомстит Отто за его грубость таким простым, естественным путем. Да! А когда все случится, кто-нибудь проболтается об этом Отто. Нет! Ой, какие! Вы сидите тут. А мне будет так жалко бедного Отточку, что я просто не смогу молчать. Правда, пупсик? Да, дорогая. Ну все, решено! Густав! Густав, где ты? Густав! Ну чего, я занят. Ну, как там на любовном фронте? Да какой там фронт? Замужем она. И все. А вам что, мужа жалко? Он вас унижал, оскорблял. А вам жалко? Ха-ха-ха! Какой глупый мальчик! Элиза такая женщина, вся к нему, а он... Вот пупсик мой своего бы не упустил, да? Да, дорогая. Ужасные 5 минут. Хотите, я больше никуда не уйду. Ни на минуту. Знаете что? Хочу. Очень хочу. А вы? И я. Очень. Thank you.
Все, господин писатель, я вас больше не задерживаю. Ну, пожалуйста! Вы меня выгоняете? Честно скажу, да. Прощайте. Хорошо, я уйду. Держитесь, милая, такая боль, такая боль! Вот пупсик вы... Ой, что я говорю, что говорю? Что я вообще несу? Не понял. Это она бредит, как обычно? Или... Элиза! Ну... Понимаешь, как сказать? Она не бредит, Отто Кунс. На этот раз вы проиграли. Ну ничего себе, вы гляньте на него, а я писатель. Нет, ну шустрый какой мужик. Пристойно. Мы с фрау Кунс теперь вместе. И это не обсуждается. А вас, бывший муж, я больше не задерживаю. Густав. Дорогая, подожди. Пусть этот надутый индюк немного сдуется. Густав. Дорогая, не мешай, пожалуйста. Лучше позвони адвокату по поводу развода. Дом, я думаю, мы сможем оставить себе. Так что салон, простите, закрывается. Густав! Дорогая, я же просил. Ей-богу, Отто, начинаю вас понимать. Шутка, конечно. Вот так, господа. Все течет, все меняется. Правда? Ну что вы? Нет. Это... шутка.
Смейтесь. Смейтесь же, господа. Мадлен, милая, это шутка. Понимаете? Дорогой, я тоже неплохо научилась шутить. Как тебе? Нравится? Спасибо, Густав. Вы молодец. Вы очень хорошо сыграли свою роль. Это шутка. Смейтесь же. Шутка, господа. Шутка. Thank you.
Анастасия Семашкова. Валерия Зюбова. Егор Малютин. Анастасия Куценко. Василиса Толкачева. Андрей Братилов. Олег Гущин. Ярослава Пятятка. Елизавета Артурова. Святослав Трешин. Вячеслав Пахомов. Полина Царева. Дашенька Каверина. Егор Максимов. Аккомпаниаторы Дмитрий Райский, фортепиано. Николай Матюхин, скрипка. Автор сценария Елена Шумара, Виктор Леонидович Кобельский. Рёв Татьяна Селярина, Дарья Карелина и Олег Гущин. Художники-декораторы Александр Конов, Марина Рудина. Ольга Савиновская, Валерия Зюбан. Художник по костюмам Алена Максимова. И такой по вокалу. Елизавета Будова, Полина Царева. Святослав Трешин. Художественный руководитель Елена Шумара. Директор театра Татьяна Георгиевна Плодов. Мы благодарим звукооператора Дмитрия Лукаша, а также цветооператоров Наталью Абабурко и Еву Елкину за помощь, оказанную при проведении спектакля. А теперь мы просим подняться на сцену всех тех, кто когда-либо принимал участие, выступал в театре оперы «Матфака», для того, чтобы спеть с нами бенефисную песню. Прошу на сцену. Thank you.
Спасибо большое, наш любимый, огромный, отзывчивый, всем приятные слова, зритель. Опера «Матфака», аплодируем!